Эффективная защита от вредителей, санитарная обработка при хранении, система «Лесной страж» и техника, задействованная в пожаротушении. На службе Брестского лесхоза сегодня весь арсенал средств для сохранения и рационального использования такого важнейшего природного ресурса страны, как лес. По последним данным, на одного жителя нашей страны приходится около 1 гектара покрытых лесом земель. И в наших силах не только сохранить, но и приумножить это природное богатство. Именно для этого и существует акция «Неделя леса». Только представьте себе, в прошлом году за 7 дней акции было высажено более 30 миллионов деревьев. Участие в ней активно принимает и Брестская область. В планах за 7 дней марафона высадить порядка 3,5 миллионов будущих деревьев. Губернатор Юрий Шулейко со своей командой еще год назад взял шефство над этим лесным участком. В этом году продолжать работу еще приятней. Ведь можно увидеть, что маленькие сосны принялись и активно идут в рост. Мы в прошлом году посадили порядка 6300 гектаров. Я, насколько понимаю, сегодня 15-й год вот этой акции, тоже с своей стороны юбилей. А то, что сегодня стремление наших жителей области, кто желает принять участие в этой акции, он свободный сегодня в доступе. Каждый может заявиться в лесничество, ему назначить день, место, где он может абсолютно порадовать землю, посадив себя, для себя на будущее своим детям и внукам лес. Прежде чем такие годовалые саженцы превратятся в могучий сосновый лес, пройдет порядка 8 десятилетий. И только после возраста спелости может производиться сплошная рубка. На этом участке высаживают сеянцы с закрытой корневой системой, то есть вместе с землей. Это гарантирует практически 100% приживаемость. Процесс посадки посадочной трубой достаточно прост. Ставится на грунт, потом вдавливается в землю, потом раскрывается нижняя часть для того, чтобы сеянец попал в сделанное отверстие. Достается и потом притаптывается по бокам и закрывается вот это вот забрало. И в следующей лунке то же самое. Акция была это и задумана для того, что для как бы единения, для воспитания, для бережного отношения к природе. Вот акция уже существует 15 лет, и с каждым годом все на тысячи, две, три, все больше и больше людей. Говорю, ну, если уже целые семьи идут с детьми, так это о чем-то говорит. Это говорит о том, что те 10 тысяч человек берестейцев, которые уже подали заявки на участие в неделе леса, думают о своих детях, внуках и правнуках. Любой ресурс не вечен, а потому все, что мы взяли от природы, мы можем и должны ей вернуть за делом на будущее. Людмила Лагодич, Эдуард Бокунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.